Всім привіт! Вчений ступінь тільки здобуваю, так що ще все попереду. Благодарю організаторів за створення такої площадки. Це дійсно дуже важливо. І важливо підіймати тему сексуальної образованості, але і також тему дослідження сексуального поведіння і взагалі різних проявлень. Да? Тому що стикнулася во время підготовки до докладу з таким моментом, що дійсно либо на дуже достатньо маленькій популяції виборки зроблено исследования, либо еще мало, ну вот хочется, смотришь какие-то данные, хочется еще углубиться, а там данных нету. Поэтому это такой призыв ученым, да, кому интересно и кого эта тема интересует, пробовать делать большие исследования для того, чтобы было еще интереснее познавать нас с различных моментов. И моя тема — генетика сексуального поведения. До меня докладчики рассказывали о влиянии культурной, социальной жизни, да, воспитания на проявление сексуальности и различных поведенческих паттернов. Я же расскажу вам, а есть ли вообще вклад генетики, да, вот в этот, в наше сексуальное поведение. И если есть, то какой он? Вот. Но хочу такой небольшой офф-топ сказать, что на самом деле вклад есть, безусловно, но сказать вам с точностью, какой процент делает наше сексуальное поведение генетика, а какой процент окружающая среда, на данный момент невозможно. Вот. И мы с вами как раз посмотрим, что уже известно. И для меня очень важно вот это вот видео, потому что действительно я считаю, что генетика после 2001 года, после секвенирования или расшифровки ДНК, она приобрела новую волну как бы понимания, да, генетики, передачи наследственности. Мы можем уже на генетическом уровне, понимая гены, их функции, объяснять те или иные причины. И вот этот ролик, который вы сейчас видите, это в Китае в прошлом году на Международный день Земли. Они собрали окурки и различные оброски ученые с остановок, выделили ДНК оттуда и потом смоделировали внешний вид людей, которые выбросили эти окурки, и разместили вот такие вот фотографии на остановках с призывом о том, что вы все равно будете замечены, да, не стоит сорить мусор, потому что наши возможности уже велики, да. Вот. Ну и, собственно, сейчас вы увидите, как это выглядело, и у них была вот такая вот акция. И это показатель для меня очень важный того, чтобы вы понимали на 2016 год, каких достижений, да, достигла генетика и что мы сейчас можем делать с помощью новых методов. То есть мы можем уже моделировать лицо, как вы видите, с точностью до 80%. То есть человека мы не видели, мы вообще не знаем, кто это. Мы видим его ДНК, да, выделяем ее, анализируем и моделируем внешний вид. А рост мы можем смоделировать с точностью до 5 сантиметров, вес с точностью до 8 килограмм. А также внешние показатели, как цвет волос, цвет кожи и прочие вещи, тоже там с погрешностью до 80%, ну, с точностью до 80%. Вот. И это как раз и показывает, что мы сейчас уже многое знаем, да, о том, как, о взаимосвязи генетики, генотипа и фенотипа, да, наших генетических внешних проявлений. Но помимо этого, конечно же, еще очень много информации по поводу того, как внутри мы работаем, не только наш внешний вид, но и взаимосвязь, механизмы, которые происходят. Но, а может ли генетика нам предугадать поведенческие какие-то моменты, да? И действительно есть такое направление, которое называется психогенетика, либо поведенческая генетика, которая изучает как раз, какой вклад генетика делает в то или иное поведение. Конечно же, вначале изначально исследовали поведенческую генетику на животных, потому что на них проще просмотреть, изучить, да, мы можем как-то сманипулировать эти животными, заставить их там спариваться с тем, с кем надо, или не спариваться, с человеком достаточно сложно это делать. Вот. И один из таких, ну, я не знаю, важных и, наверное, уже прям хрестоматийных примеров, да, по поводу исследования моногамии, это на полевках. Это такие мышки. Есть два вида, очень близко родственные. Степовые, вот тут вот они показаны, и луговые.
Что интересно, что было замечено, несмотря на то, что они очень похожи, это очень близкие виды, у них совершенно разное поведение после секса. Степовые полевки после первого соития, они начинают создавать прочную пару, ну и, как мы называем, становится моногамный союз, да, то есть предпочтительно они не изменяют своему вот этому единственному партнеру. То есть там все равно есть какая-то погрешность, но она не настолько велика. И в отличие от полевок луговых, которые после занятий сексом не образуют прочных пар. То есть они, знаете, секс ради секса, то есть без всякого продолжения. Действительно, когда начали изучать, а что же у них отличительного, то заметили, что у этих видов, вот это вот A и B, это у нас так выглядят моногамные полевки, а так выглядит мозг, срез мозга полигамных полевок. И мы видим, что есть у моногамных больше, да, вот тут вот схематически у меня было показано рецепторы, ну это так картинка, вот. А если посмотреть, как это в реальности выглядит, то у них больше рецепторов, то есть больше активность определенных частей мозга, да, и, собственно, у полигамных их нету. Это как раз эти участки говорят о вазопрессиновых, окситоциновых рецепторах, а также в их вот взаимодействии, сексуальном поведении еще огромное участие принимают дофаминовые рецепторы. Что интересно, что дофаминовые рецепторы помогают после секса у полевок, я говорю сейчас о моногамных вот этих вот мышках, у них активируется как минимум два вида этих рецепторов. Первый и второй дофаминовый рецептор. И второй рецептор как раз и делает вот эту привязанность для того, чтобы делать прочную связь, строить там дальнейшую прочную пару. А дофаминовые рецепторы первого типа активизируются чуть-чуть попозже. И они как раз делают, включают у самцов особенно такую реакцию, как неприязнь или даже агрессия на других самок. То есть поэтому у них вот это вот поведение моногамное еще и укрепляется. К самцу больше всего нравится только его самочка. Все остальные он может к ним проявлять даже агрессию. Чего нету, например, у полевых, ну вот этих луговых полевок. Что интересно, что, конечно же, ученым надо было проверить. Ну хорошо, а настолько ли это зависит от этих рецепторов и там нейромедиаторов? Что сделали? Мы можем ввести вот с типовым полевкам, которые моногамные, блокаторы дофаминовых рецепторов. Ну, например, галоперидол, да, есть такой препарат, возможно, вы знаете, он используется в лечении психических расстройств у человека. Он как раз блокатор дофаминовых рецепторов. Если мы вводим перед сексом полевкам галоперидол, то они после секса не создают прочных пар. Если же мы, наоборот, вводим активаторы дофаминовых рецепторов или предшественники дофамина, то мы видим еще более прочный союз. Что же интересно, что в этой всей истории участвует не только дофамин, но, как я говорила, еще окситоцин и вазопрессин. И что интересно, то что если мы луговым полевкам будем вводить вазопрессин для того, чтобы у них увеличилось, да, вот это вот тяготение друг к другу, то эффекта никакого не будет, потому что у них просто мало рецепторов. То есть у них ситуация следующая, у них нет рецепторов, и сколько бы вазопрессина не было, реакция все равно не происходит. Поэтому ученые пошли дальше и сейчас делают генетической инженерией, да, моделируют вот этим полевкам дополнительные рецепторы для того, чтобы проверить, можно ли повлиять на их сексуальное поведение вот такими вот генной инженерией. Ну и там хорошие данные по этому есть. Вот. Ну и тут, как я говорила уже, то, что участие принимает не только окситоцин и вазопрессин у полевок, но также дофамин и другие прочие системы, которые включаются во время, непосредственно после секса. Еще очень важный такой королева генетики, если вы с ней не знакомы, это дрозофила, да, мошка такая маленькая. На ней проводятся практически все генетические исследования, вот, и все генетики ее любят, очень удобный объект для исследования. И действительно, у нее, у дрозофилы, у них очень четкое есть поведение сексуальное, и упущение хоть одного из этих ритуалов, да, заигрывания, приводит к тому, что непосредственно соитие, там, копуляция не происходит. Что тут важно? Что
все эти ритуалы, на каждом из участков участвуют те или иные гены. То есть на них очень просто, да, ну, как бы за счет того, что у них меньшие, ну, как бы меньше генов, и можно это исследовать более тщательно, мы можем увидеть вот эту вот четкую взаимосвязь генетики, да, и поведения. При этом, что интересно, ну, так, чтобы вы знали, что на самом деле разнообразная сексуальная жизнь у дрозофилы, они в первую очередь, перед тем, как эта самочка показана и самец, самец необходимо, это достаточно у них сложный процесс, потому что ему надо под определенным углом к ней подойти, потом определенную музыку сделать. При этом, если вот эта вот его песня будет не такая, а она генетически обусловлена, то самка ничего, ну, ей не понравится, и как бы дальше никаких историй не будет, как бы он красиво не пел. Вот. Потом он за ней должен какой-то период времени последить, походить, непосредственно потом ее там в правильных местах облизать, и после этого уже непосредственно самка подпускает к себе, и у них происходит копуляция. Вот. И также, как я говорила, что еще на их сексуальное поведение очень сильно влияет то, какие феромоны выделяет самка и непосредственно и самец, и при этом феромоны еще будут зависеть от вида, и как бы и поэтому, ну, как бы свои своих сразу чувствуют и чужих тоже ощущают. То есть все очень сильно обусловлено. Ну и тут показана песня, что если песня будет не такая и будет где-то нарушена, то, собственно, тоже ничего не будет. Но дрозофила очень интересный вид, потому что у нее нашли такое проявление, как гомосексуальность. На самом деле гомосексуальность в животном мире проявлена во многих видах, но у дрозофилы она еще и генетически обусловлена. Есть ген, который называется фрутуэс. Он отвечает там за диморфизм женский и мужской. И непосредственно, если есть мутация в этом гене, вот тут вот он как бы определяет, то у самца проявляется гомосексуальное поведение. При этом он начинает вот все, что я вам до этого говорила, делать, проделывать только с самцом. Он также подходит к нему под одним углом, там, начинает петь песни, облизывать его, и потом они вот так вот кругами друг за другом ходят, потому что дальнейшего действия, ну, они не могут, им некуда, да, там, вводить свои. Вот, но у них забавная игра, они ходят друг за другом. При этом, что интересного, что если мы в эту пробирку, где находятся вот, да, самцы с этим мутантом, ну, назовем их мутанты, да, по этому гену, вот, гомосексуалисты, мы туда им заведем еще нормальных самцов, у которых нет этой мутации, то самцы гомосексуалы начинают агрессивно бить других самцов и заставлять за собой ухаживать. То есть у них это проявляется вплоть до того, что те самцы уже перепуганы, но если большая часть там, гомосексуалов, они думают, может, так правильно, и начинают действительно повторять этот паттерн, перебирать. Но хотя у них мутации никакой нету. Конечно же, наблюдение за животным миром позволило задуматься о том, может ли быть наследственная гомосексуальность. Это позволило огромный просто пласт исследований в этом направлении на людях. И непосредственно это дало, я считаю, такое размягчение вообще в социуме. И после определенных данных начали в Штатах принимать законы о возможности однополых браков. Ну, то есть, если раньше гомосексуализм считался неприродным, то если он проявлен в природе, как же он может быть неприродным? Значит, это природно. И начали по-другому смотреть на некоторые проявления. Но, конечно же, исследование гомосексуализма у людей сложнее, чем у дрозофилы, и до сих пор не нашли статистически значимых генов, да, которые, ну, есть там ряд, которые считают, что предположительно, возможно, влияют, но они, ну, как бы на больших выборках не подтверждаются. То есть у нас нету такого, что генетически есть какой-то ген, мы его можем проверить и теперь сказать, настоящий ты гомосексуалист или не настоящий. Вот. Но исследования на близнецах очень важны в генетике, они как раз и показывают, что если мы берем близнецов однояйцевых, да, то есть это означает, что у них генетика, ну вот, 100% одинаковая. И если мы берем близнецов двухяйцевых, у которых может быть отличие, они похожи как брат и сестра друг с другом, то есть у них там есть схожесть генетическая, но не 100%, то мы замечаем, что у однояйцевых, если один из братьев гомосексуалист, то гомосексуализм проявляется в большей вероятности
конкордантности и у второго. А у двуяйцевых там меньше конкордантность, ну, то есть меньше проявляется этот признак. Поэтому это такая, этот факт есть, но пока вот точно сказать, что именно отвечает, ну, есть много теорий, да, которые изучают это. Ну, например, исследование гипоталамуса, это мы уже говорим о людях, находят то, что у нас есть такой участок в гипоталамусе, который называется ИНАХ-3. И вот тут показано у нас, видите, у женщин это как бы один из показателей, ну вот по мозгу сложно определить, когда мы смотрим препарированный мозг, да, ну как бы сложно сказать, это мужской или женский, ну там надо посмотреть на гипоталамус, я вам скажу, если вам будут спрашивать. Вот. И если у этого мозга не будет вот этого ядрышка маленького ИНАХ-3, значит это мозг женский. Если ядро будет ярко представлено, значит, это мужской мозг. То есть это тоже наш такой отличие в мозге есть. Вот, небольшое. И что, собственно, увидели, что вот это пятнышко, оно может быть либо ярко выражено, либо менее выражено, либо у мужчин быть абсолютно невыраженным. И тогда считают, что, ну, как бы по вот этим вот данным гипоталамуса, по мозгу можно определить, что есть мужчины по женскому типу, ну, развития, скажем так, мозга, да, то есть у них вот это ядро ИНАХ-3 не представлено. То есть исследование еще проводится, на это могут влиять различные данные, например, может влиять гормональный фон женщины, матери во время беременности. И вот этот вот процесс сейчас очень сильно изучается, потому что действительно для того, чтобы вот эта вот область ИНАХ-3 хорошо проявилась и функционировала, необходимо, чтобы было достаточное количество тестостерона во время беременности. Да? А если, например, это теория, да, гипотеза, я бы сказала, поэтому она еще исследуется, ну просто для того, чтобы поразмышлять. Но если у женщины, у матери, да, будет, например, какая-то слишком большой стресс, и повысится уровень кортизола. Как мы знаем, кортизол является антагонистом тестостерона, он понижает тестостерон. И в какой-то этап во время беременности, ну почему говорят беременным женщинам, не нервничайте, не переживайте, там, наслаждайтесь жизнью, да? Почему? Чтобы не повышался уровень кортизола, чтобы процесс шел правильно по всем там, да, показателям. И ну, как одна из причин такого проявления может быть вот пониженный тестостерон, повышенный кортизол во время беременности, не хватит гормона для того, чтобы проявился эта область. Но, я же говорю, это пока догадки, которые изучаются. Что интересно еще по мозгу у людей? То, что если мы посмотрим, вот эта вот верхняя группа, вот так проявляют себя гетеросексуальные мужчины, а так проявляют себя гомосексуальные мужчины. И теперь смотрим. Видите, вот A и B очень похожи. Вот эти вот двое мужчин, этот гетеросексуал смотрит на девушку, на женщину, на особь противоположного пола, и у него активизируются вот эти вот участки. А этот гомосексуальный мужчина смотрит на мужчину, который у него активизируются те же участки, что у гетеросексуала на женщину. Но если мы гетеросексуалу показываем другого мужчину на фотографии, у него активируются совершенно другие участки, да? И такие же участки активируются у гомосексуальных мужчин, ну, больше проявления, когда он смотрит на женщин. То есть мы можем сказать, что все-таки какая-то, нельзя сказать изменение, но особенность, да, мозга вот в этих проявлениях, она присутствует. Ну и сейчас тоже исследуется. Мы говорили с вами про полевок. И, как ни удивительно, у нас тоже есть этот ген вазопрессинового рецептора, как и у них. Ну и, конечно же, все внимание ученых стали изучать этот ген, а он, насколько он влияет на проявление полигамности и моногамности у людей. Его нашли, начали исследовать и действительно заметили, что статистически достоверных данных нету. И этот, какой бы ни был вариант этого гена, на женщин это не влияет. То есть нету связи между вариантом этого гена и женской моногамией или полигамией. Но на мужчин данные статистически достоверны. Есть определенный аллель, который, ну это как вариант этого гена, да, назовем так, который у мужчин в случае, если вот этот вариант гена, они проявляют себя более, строят, формируют семью. На вопросы о том, хотят ли они развода, были ли какие-то сложности в браке, они чаще всего отвечают, что их нету, и это в 80% случаев. То есть они
считает, что у них счастливый брак, и как бы разводиться не планируют, и планируют дальше жить с этой женщиной. В отличие от других мужчин, у которых другой вариант этого гена. И, собственно, у них ответы в том, что они часто думают о разводе, их что-то не устраивает, ну и как бы либо вот эта группа людей и до периода там смотрели с 25 лет до 30, кажется, то до этого периода они еще не поженились. И также еще интересно то, что те уже были у одной группы и смотрели только те пары, которые долго прожили вместе, больше 5 лет. Ну, то есть тех считали, что они долго формируют пару, прочную пару. Вот. Если мы посмотрим на мозг, вспоминаем, что это мозг полевок, а это мозг человека, и вот этот вот один и тот же ген, который проявлен у нас и у них, и у нас тоже есть, ну, как минимум два варианта этого гена, то мы видим, что действительно у нас, как и у тех полевок, ну, это у мужчин, как я говорила, да, проявляется вот эта вот взаимосвязь с этими прочностью этих рецепторов, то есть насыщенностью этих рецепторов. Вот. Что же еще влияет? На самом деле сейчас очень сильно изучается, помимо генетических факторов, которые влияют на формирование пары и сексуального поведения, но также и эпигенетические факторы. То есть это те факторы, которые не влияют напрямую на ДНК, но влияют на ее как бы состояние, да, там гистоны, скручивание ее, там определенные метки, которые ставятся. И сейчас тоже это очень свежие данные, буквально 16-го года, кажется, статья, о том, что начали смотреть, и действительно находить то, что когда пара начинает долго жить вместе, у них вот эти метки становятся, начинают проявляться, то есть активность генов становится похожей. Да? Также интересно то, что исследуют, например, состояние микрофлоры у партнеров. И у тех партнеров, которые больше там, года живут вместе, ну, за счет того, что они постоянно обмениваются своей микрофлорой, как через слюну, так и через другие возможные органы, происходит такое выравнивание. То есть если мы берем и исследуем женщину и мужчину до того, как они стали жить вместе, у них была определенная концентрация микрофлоры. Если мы смотрим женщину и мужчину после того, как они, ну, там, длительный период, больше года прожили вместе, у них эта концентрация становится одинаковой. То есть у кого-то что-то уменьшается, у кого-то что-то увеличивается. Ну и раньше не придавали особого значения изучению микрофлоры. Сейчас это, ну, очень огромная тема, которая интересна, исследует целый микробиом, находят уже взаимосвязи от того, какая концентрация микроорганизмов с внешними проявлениями у человека. Он может быть полнее, худее. Вот. Также могут быть какие-то реакции, там, токсичнее, нетоксичнее. То есть поведение может меняться в зависимости от концентрации микрофлоры. Потому что какие-то бактерии могут выделять более токсичные вещества, и люди становятся там агрессивнее, или им что-то не нравится, они не могут сказать, что. То есть или поведение может быть там другого характера. И вот то интересно, что взаимосвязь людей, которые долго живут, они становятся похожи друг на друга, да, и проявлять какие-то поведенческие характеристики тоже. Ну и, собственно, микрофлора и некоторые эпигенетические факторы у них тоже объединяются. Что интересно еще то, что разницу между материнской любовью и романтической любовью. Это действительно очень, ну, такой прием для того, чтобы разделить любовь на некоторые, да, проявления, посмотреть, в чем же отличие. И можно заметить, что действительно определенные отличия есть. Например, тревожность во время материнской любви увеличивается, во время романтической любви там, она нормальная. Ну, и поэтому, возможно, матери, да, более тревожны. Тревожатся, там, переживают еще как-то за детьми. Еще интересно то, что есть, например, в зависимости от того, счастливая любовь или несчастная любовь, но это чаще всего к романтической определяется, будет возбуждаться та передняя или задняя часть поясной извилины. Также мы видим, что какие-то определенные участки очень похожи, но есть определенные отличия. Ну и это для тех, и особенно вот в романтической любви как раз активизируются участки, которые отвечают за удовольствие, за сексуальное возбуждение. Ну и понятное дело, что они в материнской любви менее проявлены. То есть это тоже как интересные такие нейробиологические исследования, когда можно посмотреть,
определенные разницы. И тоже из этих разниц вот эту вот материнскую любовь проверяли на своих родных детях, то есть женщинам показывали фотографии своих детей, также фотографии каких-то незнакомых им детей, детей их друзей, которых они в принципе знают, и уже подростков, то есть ну, не маленького возраста, а кого-то постарше. И что замечено, что больше всего активируется у них и проявляется как раз такое чувство, как любовь к своим детям, как мы видим, ну тут по показателю, чем выше показатель, тем больше проявлено. И там, например, к незнакомым детям вообще оно практически не проявлено. Ну и там тоже желание защитить, там какие-то няшности, ми-ми, это тоже проявляется чаще всего по отношению к своим детям. Еще интересно, можем ли мы вот уже узнали, что у нас есть окситоциновые, вазопрессиновые и дофаминовые рецепторы, которые на полевок так точно, на людей в частности, влияют на проявление тех или иных поведенческих характеристик. И начали смотреть вот один из гормонов, нейромедиаторов, окситоцин, и проверяли его действие на... Такое интересное исследование на дистанцию, комфортную дистанцию мужчин по отношению к незнакомой женщине. В случае, если у него есть ну, партнер, да, то есть постоянный партнер. Ну, для того, чтобы понятно или нет. Ну, то есть мужчину, который женат, и незнакомую ставили ему незнакомую красивую женщину. И смотрели, в зависимости от того, давали ему окситоцин или плацебо, смотрели, на какой, как близко он подходит к этой женщине, какая его ну, удобное расстояние. И заметили, что у мужчин, у которых есть партнер, который окситоцин как бы стимулирует как раз, да, как у тех полевок, тяготение к своей женщине, и они отходят подальше от ну, женщины незнакомой, да, то есть, ну, красивой и сексуальной. А те же, у которых было плацебо, они подходили ближе. Там достоверная разница на, практически до 30 сантиметров доходит. То есть это разница варьирования, как они близко подходят. Тоже окситоцин очень важен, потому что он, возможно, вы знаете, ну, в принципе, его можно купить в любой аптеке, потому что он используется во время родов, для стимуляции матки, то есть, и, но помимо его такого прямого назначения, природа ему еще создала какой-то дополнительный приятный бонус, а именно составление вот этого вот тяготения друг к другу, да, вот чувство объединения, и особенно вот во время материнской любви, ну, во время послеродов окситоцина очень увеличивается, он увеличивается во время вагинального секса больше, чем во время других видов секса, но во время других видов секса больше, чем во время мастурбации больше, чем вообще без секса. Поэтому в любом случае, в каком бы виде вы ни выбрали секс, но окситоцина будет больше, если его вообще, в отличие от того, когда его вообще нету. Вот. Зачем нам, ну и что, собственно, он делает? Его изучают, потому что если человеку дать понюхать окситоцин, ну не знаю, или покапать в чай, ну можете проверить, но только я этого не говорила. Вот. Как бы, или еще что-то, то проявляются определенные поведенческие функции. Если это делает женщина для мужчин, ну, мужчине, который не знает, там, чем ему понюхать, не знаю, духи дать понюхать, ну, какие-то придумать уже истории, вот, и то мужчина говорит, что ему девушка, которая вот первая попавшая на его взгляд, она ему кажется сексуальней, привлекательней, он хочет с ней как-то прокоммуницировать до 15 минут. То есть быстро, но эффективно. Вот, то есть вы, если хотите такой быстрый эффект. Также у людей, у которых более повышен окситоцин, им чаще всего дают деньги взаймы, им больше доверяют. Они, ну, это действительно исследование нейробиологов. Вот, поэтому многие говорят, что перед тем, если вы хотите успешную сделку, то надо, ну, либо дать окситоцин как-то, чтобы у человека повысился, да, тогда он будет более доверительно к вам относиться. Вот, а чтобы окситоцин повышался, есть исследователи, посмотрели, ну ладно, не всегда можно заняться вагинальным сексом здесь и сейчас, а доверие вызвать надо. Вот, поэтому надо придумать что-то еще. И этим что-то еще измерили количество обниманий, потому что вы помните, вот эта материнская любовь, вот это то, что я назвала мимимишность, да, это как раз и есть вот воздействие, которое окситоцин проводит.
И 8 обниманий в день повышает норму окситоцина. Вот, поэтому перед какой-то сделкой надо со всеми коллегами там, или с кем вы ходите на сделки пообниматься до 20 секунд. То есть не быстренько, а так еще длительно обниматься. Вот. Это такое будете знать трюк, что сделать, чтобы понравиться окружающим, повысить уровень окситоцина. Да, и действительно, химия влечения, мы уже со многими нейромедиаторами, гормонами знакомы. Как вы видите, вот преданность, такие более сложные даже по визуальному какому-то химические элементы, да, окситоцин и вазопрессин, а то, что там дофамин, серотонин, те нейромедиаторы, которые вызывают очень страстную любовь, выделяются в огромном количестве после секса, вот, они ну, вот тут представлены. Что интересно, что после дофамин как раз стимулирует сексуальное желание, а серотонин, наоборот, его притупляет. Поэтому во время оргазма на пике вырабатывается больше дофамина, а потом уже под конец вырабатывается серотонин. Поэтому партнеры какой-то период ну, как бы отдыхают, да, скажем так, у них уже окситоцин там начинает вырабатываться у женщин больше, чем у мужчин, поэтому женщинам хочется пообниматься, ну а у мужчин нету такой взаимосвязи. Вот. Не знаю почему, можем пофантазировать почему. Ну и действительно за эти нейромедиаторы отвечают, тут на самом деле очень маленькое количество генов, которые за него отвечают, намного больше генов отвечает за это, при этом они могут быть у человека в разных вариантах, и собственно из-за вот этих вот тонкостей и будет то или иное проявление поведения, как сексуального, так и другого. Но это еще такое, знаете, непаханное поле интереса, и я думаю, что в ближайшее время, которое будет изучаться и будет еще намного интереснее и понятнее. Но важность нейромедиаторов можно посмотреть на то, что эволюционно даже у насекомых есть аналоги окситоцина и вазопрессина, то есть это очень важные да, вещества, которые в ходе эволюции только усложнялись, и уже там у млекопитающих они уже в такой, видите, огромной вариативности, их уже много, более сложные социальные коммуникации можно строить, потому что намного больше вот этой вот вариабельности. В отличие от насекомых, как мы смотрели, да, и что действительно там у дрозофил намного больше всего генетически обусловлено в поведении, ну и какие-то вещи у них проще организованы. Вот. Что еще важно? То, что за сексуальное влечение у человека отвечает лимбическая система, а именно в частности гипоталамус, собственно, за то, что, да, вот тот половой диморфизм, о котором мы говорили. Ну и то, что я говорила, что серотонин понижает сексуальное влечение, а дофамин увеличивает. Это так, вот, съехала, кстати, это как выглядит наша лимбическая система, да, и она, помимо всего прочего, помимо сексуального влечения, еще отвечает за голод и защиту. То есть это такие, знаете, самые базисные вещи, то есть за то, чтобы найти еду и как бы защитить себя, а также за сексуальное влечение. Многие думают, что у мужчин тестостерон влияет на сексуальное влечение, а у женщин нет. Это неправда. Тестостерон — это гормон, который влияет на сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин. И что интересно, что с возрастом количество тестостерона у людей уменьшается. Собственно, этим объясняется, ну, что с возрастом после какого-то периода там уже не такое сексуальное влечение, как во время подросткового периода, когда очень сильный гормональный фон. И на тестостерон влияют очень многие вещества, в том числе гормональные контрацептивы и кофе, сигареты, которые понижают действие тестостерона, а, собственно, уменьшают сексуальное влечение и либидо. Так что если вы хотите быть более привлекательным и сексуально влечься, то от них следует отказаться. Что еще интересного и хочется так отметить, это то, что действительно, в ходе эволюции человек ушел от менструального цикла до менструального цикла. И здесь есть ряд особенностей. За счет того, что у нас появился период, да, именно этот период овуляции, но овуляция скрытая. У женщин, в принципе, так по внешним признакам сложно сказать, она сейчас готова, у нее овуляция или какой день цикла, ну, если она сама не признается. Вот. Ну, или если у нее не ПМС, и понятно, ага, через 12 дней
дней будет все хорошо. Вот, то есть можно посчитать. Вот. И как бы, но вот этот момент овуляции, конечно, интересует и интересовал ученых в изучении. Что интересного есть? Ученые проводили исследования на стриптизершах. Вот, они не только в лабораториях сидят, вот, выходят в поля, так сказать, для изучения секса. И заметили то, что смотрели корреляцию оставленных чаевых женщины от времени менструального цикла ее. И нашли действительно, что мужчины в два раза больше платят чаевых, оставляют как раз в период ее овуляции, в отличие от других дней. Вот, поэтому какой-то, хоть и у нас нету внешних признаков овуляции, но все равно какое-то вот что-то, да, противоположный пол считывает. Скажу еще, что это не просто был стрип-клуб, это был девушки, которые танцуют, блин, я не знаю, как это правильно назвать, но которые на стуле танцуют сидячий танец на мужчине. А? Ну, приватный танец, спасибо. Вот он как-то в статье по-другому назывался, вот так посложнее, видно, чтобы запутать людей. Вот. И что еще интересно? То, что если женщина принимает контрацептивы, то, собственно, у нее нет вот этих пиковых состояний, именно овуляции, и у нее гормоны находятся приблизительно в одном положении. И этих женщин, у них от овуляции финансовое вознаграждение чаевые не зависело. У них стандартно было $170. Правда, я не помню, за день или за месяц. Этого я сейчас не скажу. Вот. А, собственно, у тех, которые не принимали контрацептивы во время овуляции, мог доходить до $370. Видите, будете знать. Вот. Еще интересно то, что смотрели, как женщины ощущают, да, ощущают или не ощущают овуляцию. Проводили исследования, собрали женщин-студенток. Им, они, конечно же, не знали, что за исследование проводится. Им просто сказали, что это исследование моды, потом там фэшн, что-то еще, ну, покупки, фэшн и стратегии покупательские. Вот. Но у женщин почему-то делали опросы, спрашивали, какой у них день месячного цикла, как бы там, ну и параллельно какие-то подводные камни задавали. И потом их приглашали, уже группа исследователей, они знали, на каком дне эти женщины, и в разный их период приглашали, собственно, на исследование. Исследование заключалось в том, что женщине надо было выбрать понравившиеся ей вещи. И при этом они были сексуального направленности и менее сексуальные. И действительно заметили тоже корреляцию, что во время овуляции женщины покупают намного более сексуальные вещи. Там в 70% их корзина покупательская в 70% состояла из разных там более привлекательных, да, одежды. В отличие от того, когда женщина была на другом цикле, там доходили сексуальные вещи доходили до 40%. Вот. Но ученые пошли дальше и решили, а для кого эта женщина прихорашивается, для мужчины или для других женщин? И, собственно, начали смотреть. Перед тем, как проводить этот тест, показывали избранницам вначале там 10 фотографий мужчин, а потом просили их сделать покупки. Ну и, собственно, также 10 фотографий некрасивых женщин и 10 фотографий красивых женщин. Я не знаю, как они отбирали эту градацию, вот, но написано именно так. Вот. И заметили тоже такую штуку, что после просмотра красивых женщин женщины еще чаще покупали сексуальную одежду во время овуляции. Вот, то есть ощущая какую-то внутреннюю конкуренцию. Мужчины и некрасивые женщины не вызывали такой реакции. Вот. Но интересно еще было понять, а на каких именно красоток реагируют больше. Поэтому одной группе говорили, что они показывают им студенток из соседнего университета, а другим говорили, что это какие-то красотки с Зимбабве, ну, с какой-то далекой страны. То, конечно же, реакция на красоток, которые были рядом, была больше. То есть женщины больше во время овуляции покупают сексуальную одежду, если они перед этим посмотрели на какую-то красотку, которую думают, что она живет где-то поблизости. Вот такой вот интересный у нас феномен.
феномен с нашим выбором каких-то предпочтений во время как раз за счет менструального цикла. Ну и, конечно же, наверное, все знают, что по статистике женские измены чаще проходят во время овуляции. Вот. Ну, то есть это такой момент, что как бы природе хочется оплодотвориться. Вот. Но там еще есть важные такие моменты, что, например, если, то есть овуляция у нас как бы создана для того, чтобы произошло оплодотворение. Если оплодотворение не происходит, то, собственно, потом гормоны все падают, какие-то возрастают и идут месячные. Так не всегда может выходить фолликул, яйцеклетка выходить, скажем так, чтобы было понятнее. Есть месяца, когда яйцеклетка может не выходить, а месячный цикл все равно будет. Ну и, собственно, из-за этого процесса не всегда можно забеременеть. Да? Но замечено, что женщины, которые спят в обнимку со своими мужчинами, с какими-либо мужчинами, вот, и у них вырабатывается больше окситоцина, и чаще, процент месячных, которые появляются как раз яйцеклетки, больше. В отличие от тех, которые спят самостоятельно, кстати, я не знаю, как насчет с другими женщинами, то есть там еще надо исследовать. Вот. Тоже интересный момент – это дофаминовый рецептор 4-го типа. Его изучают, возможно, вы слышали, как ген авантюризма. Это такой очень показательный ген, варианты которого исследуются. Он связан с поведением, поиском новизны, с более экспрессивным поведением, с каким-то экстремальным поведением. И, как замечено в сексуальном поведении, действительно, люди, у которых определенный вариант этого гена, у них большее количество партнеров, и они чаще изменяют своим постоянным партнерам. То есть вот этот вот поиск новизны, непонятно, что причина, что следствие, но, скажем так, толкает их на то, чтобы искать новых, пробовать новых партнеров. Также этот ген исследовали среди американских подростков и смотрели, кто раньше начинает свой первый сексуальный опыт. И тоже есть корреляция с этим вариантом этого гена, то есть у детей с их первым сексуальным опытом. То есть в зависимости от того, вот тут вот беленькое, серенькое, черненькое, это три разных варианта этого гена, и в зависимости от того, какой вариант именно у этих людей, тут они еще их разделили на белых и темных, популяция по всем, то мы видим, что вот эти два варианта гена, они намного быстрее раньше начинают сексуальную половую жизнь, чем другие люди с другим вариантом гена. Сейчас есть интересные все данные, которые мы получаем, исследуем по поводу взаимосвязей генетики и поведения. Американцы сделали такую социальную сеть, которая называется Gene Partner. И я сегодня проверяла за $249. Можете заказать этот тест. Там сдается слюна для того, чтобы определить ДНК. Каждого человека детектируют и ему выставляют по их показателям, тех варианты генов, которые они смотрят, а там есть гены гистосовместимости, я сейчас о них скажу, а также вот эти вот дофаминовые рецепторы, о которых мы только что говорили, и прочие другие показатели, серотониновые, вазопрессиновые, то есть насколько человек может образовывать прочный союз или наоборот более склонен, можно уже сказать, к полигамным отношениям, они их градируют и выбирают, и в зависимости от того, какая цель у человека, продолжение потомства или погулять, или там еще для каких-то развлечений, они им подбирают варианты. И человек уже смотрит наиболее благоприятного генетически партнера, которого им дают, и там уже дальше либо с ними начинает продолжать общаться, и в общении уже выбирает, с кем они чего дальше хотят. Вот. То есть это очень интересно. Я думаю, что в скором времени, я бы еще туда добавила какие-то носительства заболеваний. То есть посмотреть, чтобы помимо еще такого психоповеденческой генетики, были еще данные, там, например, по поводу носительства тех или иных заболеваний генетического, и тогда сразу подбирался наиболее благоприятный партнер. Вот. Если вы думаете, что это Евгеника, это она. Вот. Для детей тоже важна совместимость.
Да, вот сейчас как раз объясню. Для детей совместимость вот такая генетическая тоже важна по нескольким причинам. Тот ген, который они смотрят, тут я что-то его сейчас не вижу, но это HLA гены, гены гистосовместимости. И проводили такой опыт. Ну, насчет воздействия феромонов на людей ходит много легенд. Вот там, что у нас есть орган, который нюхает, но его никто не видел, но потом уже там его видели. Ну, в общем, очень много вокруг да около есть точных и неточных исследований. Но что точно понятно и известно, что есть такой, ну, как бы группа генов, да, которые называются гистосовместимости. Они вообще влияют за иммунную систему человека. И что интересно, что человек научился, я не знаю, каким образом, на запах определять генотип человека. И под женщине нравится больше того мужчины, который наиболее отличительный от нее генетически, для лучшего разнообразия детей и крепче иммунной системы. То есть поэтому, если вам не нравится пот партнера, это значит, что вы наиболее с ним схожи по запаху и по генетике, и не стоит, ну, как бы не рекомендуется, генетика не хочет, чтобы вы долго там вместе, ну, не знаю, там заводили общих детей, да. Но если пот человека вам нравится, ну, то есть или вы его не чувствуете, то это означает о том, что он наиболее разнообразен по вот этому комплексу гистосовместимости, и, собственно, будут наиболее здоровые дети. Вот. Проверяли это исследование интересным образом. Мужчин собирали их пот и давали нюхать барышням, смотрели генетически. Вот. Потом, поэтому все достоверно, проверено. Ну и вывод такой, что искать партнера лучше в спортзале. Ходишь, нюхаешь там, где, кто тебе нравится, или заставить там поработать, не знаю, сейчас там в старину, наверное, дров покосить, знаете, там порубал дров, сразу запах появился, о, нравится, не нравится, там можно определить. Вот, но да, то есть смотрят футболки, ребята просят очень хорошо пропотеть, их потом генотипируют девушку, и она нюхает, ну, футболки, и говорит, кто ей нравится, а кто не нравится, с кем бы она пошла на свидание, с кем бы не пошла. Вот, ну и как результат потом действительно это все сходится. То есть пока этот процесс именно каким, ну, я думаю, что просто рецепторами нюховыми, ну, определяется вот эта вот часть феромонов, но действительно это уникальная штука, потому что человек научился определять генетику, даже несмотря на ДНК. Вот, ну, можно понюхать, а можно сдать этот тест, вы же поняли, да? То есть вам тут тоже скажут, подходит или нет, если вы не доверяете своим нюховым способностям, вот, или сомневаетесь в них, то можно сдать тест. Вот. Ну, собственно, это почта, по которой можно со мной связаться. И основной мой месседж, который я хотела рассказать и донести, это то, что действительно какая-то наследственность наших поведений, поведенческих характеристик, в том числе и сексуального поведения, она есть, но на данном этапе она еще очень исследуется. Да? То есть нам необходимо больше людей, которые захотят нюхать футболки других партнеров, там, неизвестных мужчин, там, я не знаю, еще что-то. То есть эта тема еще действительно такая сыроватая, вот именно в понимании того, чтобы сказать, вот точно вот эти вот гены мы смотрим, и они там с этим там зависят или не зависят. Но это очень интересно, и уже те данные, которые есть, да, вот в таком направлении, как психогенетика, они дают нам задуматься, что вот есть действительно еще наша ДНК, есть внешняя среда, и это все как-то комбинируется, и потом получается то, как человек себя ведет. Вот. И еще я поняла, что хочу доответить, помимо гистосовместимости, совместимости комплекса, вот Женя задавала по поводу того, насколько эти данные могут показать о потомстве, о здоровье следующего потомства, то помимо гистосовместимости, если смотреть предрасположенности или ну, носительство наследственных заболеваний у двух партнеров и видеть там, что они есть или их нету, то, конечно, это тоже может повлиять на здоровье, ну, потомства, потому что, там, например, ну, там, к муковисцидозу, к фенилкетонурии можно посмотреть, есть ли вообще предрасположенность, если у партнера ее тоже нету, или у человека есть, а у партнера нету, тогда, ну, как бы будет здоровье. Потому, ну, то есть вот эти вот штуки можно математически моделировать. Вот. Ну, пока, я думаю, что все еще впереди, но уже такие данные есть. То есть можно посмотреть на носительство и уже потом проверять. Вести. Ну, надо смотреть у тех, кто занимается репродуктивной медициной. Они делают. Ну, возможно, не в таком объеме, но вот я знаю, что во Львове делают.
Ну, еще, честно, еще так вот не развито. Вот я хочу, чтобы можно было зайти в клинику перед планированием беременности, да, и чтобы дали такой отчет по двоим родителям, вероятности, по всем там, да, таким важным, там, хотя бы сотне заболеваний, да. Вот, но я не видела, чтобы вот так, как я хочу, делали, вот поэтому не знаю. Но есть отголоски, вот во Львове мы общались тоже с, ну, клиникой, которая репродуктивной медициной, репродуктологией занимается, они делают часть генетических исследований. Вот, то есть я думаю, что еще все впереди. Ну, в Америке, в Европе делают уже такой вот именно подбор, да, смотрят, не только just for fun, ну, потому что gene partner — это больше такое, как бы, повеселиться там, да, посмотреть, что тебе выберет машина, там, те люди, которые тоже такие же авантюристы, как и ты, решили переложить эту ответственность. Ну, то есть, как бы, какой-то интересный срез. А так уже, если с таким, то еще надо исследовать. Вот, спасибо большое. Готова ответить на вопросы. Будь ласка, ваше запитання. Ну, как всегда, да, мне можно... У меня несколько вопросов. Ага. Один все тот же продолжающийся, то есть я уже запуталась совсем. Так люди меняются или все-таки не меняются, если генетически заложено? Ну, такой немножко философский. Вопрос второй. Из того, что вы показывали в диаграммах, то есть определенные исследования проводятся все-таки на типах, да, там, ну, белые, там, черные, женщины, мужчины. Не думаете ли вы, что генетика... в принципе, способна разрушить какие-то базовые основы недискриминации, да? И вопрос третий, который лично меня настораживает. Основные исследования, спасибо вам огромное, потому что вы очень много чего для меня открыли, того, что я сама не доучила, они все равно проводятся в Штатах. Mm-hmm. Меня здесь настораживает, что Соединенные Штаты Америки — это страна, в которой более 150 лет не было войн, не было каких-то серьезных катаклизмов. Насколько вообще вот это все применимо к нам, да, в наших? Ну, да, спасибо за ваши вопросы. Ну, по поводу того, что действительно в Штатах чаще всего проводятся, именно поэтому они делят на черных и белых. Как бы в Украине не так много черных, наверное, ну, чтобы делать такую большую исследовательскую группу, да, но вот они делают, они делят на азиат, если есть такая возможность, то есть идет градация. Да, потому что на самом деле есть разница небольшая. Вот даже по этой диаграмме можно увидеть, что все-таки, вот если мы посмотрим, то похожие проявления, да, ну вот белых и черных, но разница все равно какая-то есть. То есть какие-то генетические особенности, ну, которые следует изучать в популяции. Поэтому, собственно, и из этого следует ответ на ваш вопрос, применимо ли это к украинцам. Ну, да, но на самом деле нет, надо проверять, конечно же, на нашей популяции. То есть все, что вы знаете и применимо по генетике какой-то другой популяции, необходимо перепроверять на нашей, потому что у нас другие условия, у нас много факторов, которых нет в Америке. Да? Например, Америка достаточно климатически даже разная, да? А у нас тоже, у нас очень четкая смена года, там, времен года. И поэтому я же призываю изучать эти вопросы на нашей украинской популяции в больших объемах, вот, но применять как, ну, я воспринимаю эти данные как, ну, как, знаете, как маяк, куда двигаться, то есть вот уже это изучили, можно перепроверить у нас и, или сделать уже на основе этих что-то еще новое, да, то есть... Я имею право кричать, это моя генетика, я не меняю. Ну, это такой спорный вопрос, потому что тоже мы понимаем, что есть вклад генетики, а есть наша внешняя среда, которая меняется и которая меняет, да. То есть и поэтому вот эти вот все, ну, на самом деле это очень классный вопрос, потому что когда начали исследовать генетику, то особенно после секвенирования ДНК, то было такое ощущение, что все, мы теперь будем богами, будем понимать все причинно-следственные связи, сможем там влиять на них или делать такую отговорку, что все, это моя генетика, я теперь там не буду там ничего делать или что-то буду делать. Но, как оказалось, природа гуманна, да, то есть как бы и помимо этого, после секвенирования ДНК у нас появилась там проект
называется эпигеном человека, да, и мы поняли, что не только ДНК влияет на наше поведение, поэтому я и эпигенетически приводила примеры исследований, а еще и внешняя среда, которая может не напрямую, но косвенно влиять на активность или, там, активность или блокирование тех или иных генов. То есть все намного сложнее, и поэтому нельзя сказать, что там, это моя генетика, и я теперь ничего не буду делать, потому что есть еще эпигенетика, то есть как бы тут уже момент такой. Вот, поэтому да, но действительно следует проводить на украинцах, генетический вклад есть, можем ли мы на него повлиять, надо проверить. Кого? Футбол? Яков, давайте наступное запитание. Да, вот здесь. Здравствуйте, Дарья. У меня два коротких вопроса. Хочу подытожить, вот на вашем, исходя из вашего доклада, правильно ли я понял, что моногамное и немоногамное, или полиамурное, как говорил Дан, поведение человека все же отчасти заложено в нем на генетическом уровне? Ну, как говорят исследования, да, но исследовали один ген. Я считаю, что эта тема еще, ну так, стопроцентно сказать нельзя. То есть надо больше, да, провести исследование. Притом там выборка была, если я не ошибаюсь, до 500 человек. Ну, это достаточно много, но все равно хотелось бы больше. Вот. Поэтому какой-то намек есть, что действительно есть люди, которые более склонны, да, к проявлению именно таких поведенческих, сексуального поведения. И второй вопрос, спасибо. Вы там в своем докладе коснулись влияния окситоцина на мужчину, сказали, что там в течение 15 минут он становится более активным, а вот вы ничего не сказали о влиянии окситоцина на женщину. Спасибо. Проводили, ну, кстати, в этом исследовании, что вроде бы на мужчинах проводили, но на самом деле у женщин будет такой же эффект, поэтому, когда, то, что я говорила, у женщин особая активация окситоциновых рецепторов происходит после рождения ребенка. То есть, ну, как бы, можно сказать, что это такой бонус, да, за всю боль, которая была пережита именно в процесс рождения. И у окситоцина большая повышенная доза, почему не стоит им перенюхиваться, да, условно, потому что большое его количество приводит к ухудшению памяти. И именно то, что у женщины окситоцин вырабатывается сильно, потом с каждым годом, если ее спросить о ее опыте рождения ребенка, было ли больно, она с каждым годом будет уже не помнить это. Она говорит, да не, ну не очень больно, ну готова еще. Вот. Ну то есть как бы это специально такой механизм природы, да, для того, чтобы на какие-то сильно стрессовые ситуации была забывчивость, то есть, чтобы не помнить травматические какие-то штуки. Ну и плюс дополнительный бонус – это, ну как, эйфория. Да, приятная такая. Вот. Ну, на женщин тоже влияет, конечно, так что можно. Если у вас партнер женщина, можете попробовать. Поднимите еще руку, будь ласка. Максим. Да. Почему сексуального, а не полового? Ну, потому что... Ну, я сделала более широкую такую тему и для... И такого, и такого, да, да, да. Ну, видите, информации не так много, чтобы выделить именно какую-то тонкость только по сексуальному поведению, иначе это было бы несколько слайдов по поводу, да, дофаминовых рецепторов и все. Поэтому более широкое, и можем сказать, что для привлечения вашего внимания мы избрали именно сексуального поведения, конечно, и мужского тоже. Спасибо. Еще вопросы есть? Здравствуйте. Вы рассказывали по поводу того, как женщины рецепторами выбирают мужчин по запаху, да? Угу. А как мужчины? Проводили ли на них такой опыт? И как они по поту определяют или какие-то другие характеристики? Угу. Ну вот в этих исследованиях проверяли мужчин. Не знаю, почему не проверяли женщин, не могу вам ответить. Вот. Но по поводу феромонов, ну да, но есть там, ну как бы данные еще такие противоречивые. То есть женская
Вагинальная смазка имеет феромоны, там, я сейчас не помню, как это он называется, даже кого какой-то там феромон, вот, и считается, что он тоже несет определенный там запах, который так не сильно уловим, ну и вот когда женщина возбужденная, то мужчина тоже начинает возбуждаться, но вот таких вот конкретно, знаете, вот действий, что прям брали эту вагинальную смазку, кого-то мазали, кого-то не мазали ей, там, ну, я не видела, то есть если вы найдете, то... Ну, или да, или надо провести, но такого не видела. Вот по мужчинам, поэтому гистосовместимости делают. Ну, не знаю, просто они, наверное, я думаю, что исходят из точки зрения того, что женщина делает выбор. Ну, то есть принято так вот почему-то, исследования проводятся у нас на людях с точки зрения, что женщина делает выбор полового партнера, и, собственно, следует вот именно гистосовместимость с ее. Ну, это мой такой ответ, мне кажется. Угу. Останнє запитання, будь ласка. Спасибо большое за классную лекцию. У меня вот такой вопрос. Вот вы говорили про мышей, да? Есть мыши полигамные и моногамные. Mm-hmm. А вот как влияет полигамность или моногамность на выживаемость популяции мышей в целом? Mm-hmm. То есть лучше для того, чтобы выжить мышам, лучше быть полигамными или моногамными? Как видите, дожили два этих вида, которые выбрали две стратегии. Поэтому можно сказать, что обе стратегии влияют на их выживаемость. И до тех пор, пока кто-то из них не вымрет, то они будут эффективными. Ну, не могу сказать, какая эффективнее. Я так, ну, не смотрела. То есть есть этот вопрос, на самом деле, он по поводу там выживаемости. Но, как видите, у нас представлено у многих приматов тоже разные формы поведения, которые выживают. Там гориллы, у них гаремный тип, да, и они выжили, до сих пор живут нормально. Там у шимпанзе там у них больше там такой там племенной там тип, у тех такой тип. Ну, как бы все представлено, и в какие-то периоды, возможно, при каких-то факторах там климатических или других, какая-то стратегия есть более эффективная, какая-то менее, но у мышей обе есть хороши, мне кажется. Вот, спасибо. Дякую, Дарья.